Всем привет, это снова мы. Наш проект называется «Не волк». Это отсылка к известной старинной пословице «Работа не волк». Но в отличие от этой пословицы мы вам предлагаем не откладывать таски, задания, которые вам лень выполнять, а делегировать их. Поэтому «Работа не волк», ее можно делегировать. Основная цель – есть у всех есть огромное количество тасков, которые вы не можете выполнить по причинам нехватки времени, сил, там, я не знаю, скиллов, или банально просто тупо лень. Мы предлагаем эти таски выставить на аукцион и предложить их выполнить тем людям, которым не лень, которым нужны деньги, например. Поэтому наше приложение ориентировано в основном на две категории людей. Это в первую очередь молодые, продвинутые люди, которые обладая достаточным количеством бабла и лени для того, чтобы делегировать свои таски, и с другой стороны, грубо говоря, студенты, которые ищут подработки со свободным графиком, которым это все будет очень удобно, потому что для студентов это реально проблема. Не буду вас сильно нагружать функциональностью, она очевидная, простая, все просто, стильно. Мы можем создавать таски, большая такая кнопочка «Новое задание». Мы создаем таски, категория, можем поставить маркер на карте, где конкретно находится. В перспективе мы расширяем поиск по локации и будем прорабатывать это более глобально. Далее таск попадает на дэшборд, где он отображается в стене, где его находят потенциальные исполнители. Исполнители подают заявку на то, что они могут поучаствовать, могут помочь. В какой-то момент, ну, например, недавно зашла мама и обнаружила, что у меня недостаточно чистые потолки. Заниматься этим самой? Нет, спасибо. Я закончу объявление, и вот потенциальные исполнители предлагают мне помочь с помывкой, в этом случае сала. Я могу принять данного исполнителя, таск уходит в исполнение. Далее, по завершении таска, мы его можем закрыть и выставить рейтинг исполнения, выставить качество исполнения, оценку исполнения. То есть таким образом мы формируем пул пользователей, которым мы можем доверять, пул исполнителей, чтобы нашей системе и нашим исполнителям могли доверять пользователи. Развитие. Мы планируем расширять поиск по геолокации, уходить в мобильные приложения в первую очередь. Была классная идея оптимизировать поиск, оптимизировать автоопределение категории при помощи лингвистического анализа контента. Добавлять подписки на определенные категории, там, локализации, чтобы мне приходили уведомления, когда приходят таски определенной категории в моем районе, например. Возможно, добавление впоследствии людей, которые предлагают свои услуги, возможно, каких-то контор, которые предлагают услуги, расширение в этом плане. Ну и, естественно, алерты. Все возможные изменения в тасках, сообщения и так далее. Кстати, я не сказала, что мы можем общаться прямо внутри таска. Мы написали все это счастье на PHP, MySQL, интегрировали через Google Maps, через API. У нас есть интеграция с социальными сетями, мы можем авторизоваться через Facebook, ВКонтакте, что угодно. Это Ulogin, ну и Symfony, как бы, PHP, да. Все.